Всем привет! Я прохожу миссию на немецком самолете. Мне они очень сильно понравились. Сильно вооружение, скорострельный пулемет. Прям кайф. Приятного просмотра! Эта миссия явно не для вот такого биплана, не для легкого самолета, потому что скорость маленькая, вооружение для такого уровня слабенькое, поэтому особо не получается даже повоевать. Попробую уничтожить наземные цели, может быть из этого что-то получится. Thank you.
начинает побеждать. Все, миссия проиграна. Мы возвращаемся на базу. Очень слабенький самолет для
таких боев прям очень слабый. Нужен самолет с более сильным вооружением. Давайте теперь на СССР попробуем. Попробуем на СССР выполнить штурм. Thank you.
Ну, это уже другое дело. Самолет от пушки намного сильнее. Поэтому уже намного проще становится воевать. Посмотрим, как дальше будет.
указанный квадрат. Долго, но как я говорил уже, что чем лучше самолет, чем сильнее его вооружение, тем проще оборонять базу. Поэтому пока летаем, пока стреляем. Решил взять другой самолет, попробую обучать в бою. Здесь есть пушечка и пулемет. Посмотрим, как они все вместе будут вести. Thank you.
Захваченный сектор. Попробуем другой сейчас самолетик. Я думал, у него брони поменьше, но хочу его просто протестировать, как он вообще себя ведет в бою. Я пока что никого не вижу, но я думаю, мои союзники уже кого-то засекли. На горизонте увидели самолеты, поэтому поедем разбираться. Полетим. Еще немного усилий, и победа в наших руках.
самолетик неплохой, но брони мало. Брони мало, он не вытягивает. Последние противники прям очень сильные. И одному нежелательно атаковать такую группу, я уже понял, бомбардировщиков. Они тебя просто сносят огнем. Победа близка! Надо толпой, чтобы огонь рассеивался по всем. Блин, ну к ним тупо невозможно подлететь. К ним просто невозможно подлететь. Они отстреливают, как котят. Стреляй в него!
Все, миссия выполнена. Ну, такое. Да, тут можно неплохо исследовать самолеты, но слишком долго это... Давайте попробуем симуляторные бои. Что это такое? И с чем его едят? Идем в стандартный бой. Будем
продолжать изучать ветку советских истребителей, советской самолетной школы. Повоюем еще немного и, возможно, продолжим качать немецкую ветку. Очень интересные довольно-таки у них самолеты. Ну чё, полетели? Атакуйте врага! Обозначенный сектор. Внимание на карту. Мы начинаем проигрывать.
трафарете. Неплохо, неплохо, прям вообще нормально поскидывали, еще и забрали в конце самолет. Короче, круто, повоевали. Вот. Спасибо большое всем за просмотр. Thank you for watching this video. Кому понравилось, ставьте лайки. Click on the bell, like this video. Subscribe to my channel. Thank you for watching this video.